Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Недавно опять поднял руку на свою девушку вместе более 5 лет. Она стала злоупотреблять алкоголем с полгода назад. Позже появились и запои. Пробовал говорить, предлагал пойти к психологу, к психиатру, предупреждал, что она так отношения разрушит и прочее. Она обещала завязать, но это были только слова. Я терпел ее алкоголизм и его последствия. Мне было тяжело. Первый раз я поднял на нее руку в одном из ее запойных эпизодов. Я сильно разозлился, стал ее оскорблять, а она в ответ стала пинаться, прицельно ударила по коленке. Средне повредила, как потом оказалось. Я ей прописал несколько запрещен, получилось успокоить. Второй раз поднял на нее руку совсем недавно, тоже тогда, когда она была хорошо пьяна. В этот раз стала орать и оскорблять, она заплакала, потом стала драться, бить кулаками по лицу, стала кидать меня вещи, ломая их, ничего не помогало остановить ее. Я сорвался, прописал несколько запрещен, сильно переборщил, довольно сильно побил на укидон нескольких синяков. Был расчет не травмировать ее, но причинить боль, чтобы вследствие этого ей стало неудобно продолжать дебош. Как мне более не поднимать на нее руки, если она останется со мной, угрожает уйти из-за того, что я ее побил? Ну, здесь, на самом деле, если рассматривать ситуацию локально, да, вот прям локально, если смотреть на ситуацию, то дело-то как бы заключается в вашей злости. То есть вы по факту злитесь и вот, собственно, как бы злость и приводит к тому, что происходит. Поэтому локально, если говорить, то вам нужно искать другой способ отреагирования злости. Вот, потому что, ну, как бы, если злость не будет выходить, да, если злость не будет, ну, если вы не будете давать злости выход, вот, то, на мой взгляд, ну, как бы, вы сами, в принципе, можете заболеть, да? Вот, и, на мой взгляд, собственно говоря, в этом и, как бы, заключается вот такой основной момент. Я бы сказал, на который вам имеет смысл обратить внимание. Вот, это первое, что хочется сказать. Второе, что хочется сказать. Второй аспект, на который хочется обратить внимание, это... собственно, с чего ваша девушка, да, начала, ну, пить. И каким образом у алкоголя получилось, так скажем, моментально, ну, убить, что ли, ваши отношения. То есть, каким образом так получилось, что... ваши отношения моментально ухудшились, да, то есть понятно, что вроде бы вы говорите, что вот полгода, да, потом вы начали, ну, потом вы как бы терпели, да, какое-то время, вот, и, соответственно, потом взорвались, но все равно есть у меня, например, такое ощущение, что как-то вот вы очень быстро, что называется, отошли от, ну, собственно, вот, от, взаимо, ну, от взаимодействия с ней на личностной основе. Вот, то есть, в первую очередь, вы, что называется, не
рассматривать то, что происходит с вашей девушкой, да, вот с точки зрения какой-то личностной проблем. Вот. И мне кажется, что это связано с тем, что вы не очень, ну, как бы уважаете себя, то есть не очень прислушиваетесь к себе и вот к тому, что с вами происходит, то есть к вашему, например, недовольству, к вашему, например, к вашей злости, раздражению и так далее. Ведь для чего-то же вы терпите ее алкоголизм, понимаете, да? Вот. И пытаетесь в этом смысле ее учить, да, пытаетесь в этом смысле, ну, читать, как бы, на папсе, да, читать, как бы, ей морал. Вот. И, соответственно, тут вот есть, на мой взгляд, как раз-таки деструктивная история, потому что, на мой взгляд, вы ставите таким образом себя как бы выше, ну, выше своей девушки. Вот. А это, на мой взгляд, неприемлемо. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот, я бы на это вам тоже бы предложил обратить внимание. Понимаете, да? Ну, понимаете, да, на что я пытаюсь, ну, как бы, сделать акцент здесь. Вот. То есть проблема как-то, она вот несколько шире, я бы сказал. Да, проблема несколько шире и проблема несколько более, так скажем, ну, глобального здесь, вот. Потому как, судя вот, допустим, по тому, что вы описываете, я бы сказал, что у вас есть некий такой вот деструктив в поведении, который помещает вас вот в такую достаточно неприятную ситуацию. Вот. То есть ситуация созависимости возникает, когда люди, ну, как бы, перестают говорить о своих чувствах. Вот. Когда люди переходят, ну, как бы вот, к обвинениям, когда люди переходят к, ну, к агрессии, вот. А это, опять же, связано как бы с тем, что вы вот, ну, как бы, о себе не говорите, вот. То есть вы говорите про отношения, вы предлагаете там как-то вот, ну, решать проблемы, да, но вы не говорите о себе в данном случае. Вот. Ну, на мой взгляд, это, конечно, тоже может быть довольно серьезной трудностью, как вы понимаете. Вот. А вот это, собственно, то, на что хотел вам обратить внимание сейчас. Вот. Я думаю, что
Ваша девушка, вполне может, ну, как бы, вами манипулировать, да, вот, я думаю, что девушка вполне может, манипулировать вами для того, чтобы, собственно говоря, вы ее ударили, да, то есть вот, ну, то есть, ну, понятно, что с вас ответственность в данном случае не снимается, да, именно вот как бы, ну, с вас. Вот, но тем не менее, все-таки может быть вот такой вариант. Вот. Это вот, на мой взгляд, очень-очень тоже важно. Вот примерно такой ответ я бы мог вам, ну, дать вот сейчас с точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения вот психотерапии, да? Вот. Конечно, ваша ситуация очень печальная и драматичная, вот. И все равно вы большой молодец, вот. Что решили написать об этом, вот вы большой молодец, что решили об этом, ну, поговорить, вот, решили об этом сказать, вот. Тем не менее, это теперь вот первый шаг к тому, чтобы начать, ну, как бы, менять что-то, да? Вот. Так что в этом смысле вы, конечно, совершили такой вот достаточно ответственный шаг, ответственное действие. Вот. И в этом плане вы большой молодец. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Вот это позволит вам начать работать над собой, да? Вот, позволит вам сформулировать основные аспекты для психотерапии. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Вот, и очень надеюсь на то, что ваша ситуация начнет меняться в самую лучшую сторону, вы сможете решить данную проблему. Вот, обращайтесь обязательно к психологу, потому что самостоятельно из-за зависимости выйти бывает довольно сложно.